Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главноуправления ВД России по Саратовской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму более 30 миллионов рублей, выделенных на участие в тренировочных сборах, проводимых в рамках спортивного мероприятия федерального уровня. В совершении данного преступления подозревается руководитель одной из региональных общественных организаций. В отношении него следственной частью Главного следственного управления Главного управления ВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что подозреваемые действия с неустановленными лицами с использованием своего служебного положения неоднократно предоставлял заведомо ложные сведения в документацию, направляемую в профильное министерство области с целью получения грантов. Часть полученных денежных средств фигуранты, неустановленные лица, использовали по своему усмотрению вопреки установленной смете расходов по целевым направлениям деятельности организации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Незаконная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместных мероприятий сотрудников полиции и регионального ФСБ. В настоящее время реализуется комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий. Расследование уголовного дела продолжается.